способ увеличить эффективность выработки энергии от солнечных панелей. Значит, мы имеем, значит, вот видите, радиатор с элементом пелетье. Вот он, получается, просто приложен к солнечной ячейке с обратной стороны панели. А как видите, вырабатывается 0,2 вольта. Вот. То есть это дополнительная энергия от солнечной панели. Основное, конечно, ячейки вырабатывают в обычном режиме. А здесь с обратной стороны вырабатывается ток элементом пелетье. Вот, от преобразования тепла. Вот радиатор охлаждает ячейку. Значит, и охлаждает он элемент пелетье. Вот таким образом можно увеличить эффективность выработки энергии от солнечных панелей. Спасибо за просмотр.